отца забрали трудармию, а двоюродного брата забрали в действующую армию. В первый призыв он не попал по возрасту, он был 25-го года рождения. Вот. Но уже в 42-м году его взяли и отправили в Алмату на курсы политработников. К концу лета уже оказался в Москве после окончания курсов. Из Москвы их перебазировали, выпускников, в Климовск под Москвой. И распределили уже по частям воинским. В основном это все были новобранцы. Сталинградская это было направление. И он оказался там уже, так как кончил курсы политработников, в должности замкомандира роты по политической части. Вот. Генерал Чуйков, когда командовал там, он обижал эти вновь прибывшие с Климовской части, встречался. И в его книге «От Сталинграда до Берлина» упоминается вот, три фамилии, в том числе и фамилия моего брата, Арабей Николай. Он собирал политработников. Но вот через неделю после этой встречи немцы с северной части Сталинграда готовили прорыв. Там была железнодорожная станция. И туда направили танковые колонны и, конечно, пехотинцев. На их пути встали вот эти новобранцы. И вот по статистике, только в первой же битве больше тысячи вот было убитых, а 30 вообще оказались неопознанными. И вот это было 22 сентября, и пришла потом похоронка, что без вести пропал.